когда-нибудь хотелось стать бабочкой, быть яркой и красивой, беззаботно порхать в воздухе с одного цветка на другой? Я приехала в сад бабочек, чтобы окунуться в атмосферу приятных ароматов и красивых цветов. Сад расположен в закрытом помещении под несколькими крупными куполами. Здесь 4 зала, где обитают прелестные создания природы. На потолке висят горшки со свисающими растениями. В залах различные декорации, большинство из них, конечно, на тему бабочек. Такой приятный аромат стоит внутри. Очень здорово! Столовая для бабочек. Поем-ка я отсюда. А бабочек здесь отлично кормят. Повсюду кормушки с фруктами, бананы, апельсины, арбузы. Лежат губки, пропитанные сладкой водой. Очень зелено, большое количество растений, цветов, чтобы бабочкам и посетителям было здесь уютно. Тысячи бабочек всюду, они порхают по воздуху, садятся на цветы, на стены, на людей. Некоторые посетители этому радуются, а некоторые с визгом их отгоняют. А вот смотрите, какая красота ко мне прицепилась. Такая красивая, что согнать не могу. Наверное, она подумала, что я большой цветочек. Теперь это моя личная ручная бабочка. Мы теперь с ней неразлучны навсегда. Ну или, по крайней мере, до моего выхода из парка. Возможно, это очень хитрая бабочка, и она разработала план побега с моей помощью. А может быть, она просекла, что приехала звезда и решила засветиться в моем блоге. Ну вот, в саду бабочек уже была, теперь пойду в сад пчел. From here.
Также есть тут птички и попугайчики в клетках. Во всем парке слышится пение и чириканье птиц. Но я так и не поняла, настоящие птицы издают эти звуки или включена запись. Еще есть здесь холл с картинами. Тут представлено множество картин, выполненных из сухих настоящих бабочек, чей век уже закончился. В местном магазине можно купить сувениры из бабочек и такие же картины. Парк мне очень понравился, не хотела отсюда уходить. Кругом красота, приятные ароматы цветов, чириканье птичек и много бабочек. И немного информации для тех, кто планирует посетить этот парк. Парк открыт с 9 утра до 6 часов вечера ежедневно. Стоимость входа 50 дирхам, что на российские деньги 800 рублей. Вход для инвалидов и детей до 3 лет бесплатный. Дорогие друзья, спасибо, что вы со мной, спасибо, что смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал и смотрите другие мои блоги. С вами была я, живая кукла Барби Татьяна Тузова. До новых встреч!